Привет-привет, ребята! Сегодня на канале Игрули ТВ мы начинаем новое приключение с улиткой Бобом. Общее название для этого приключения будет «Несносный Боб». А почему было выбрано именно такое название, вы, ребятки, совсем скоро узнаете. Вперед! Итак, ребята, первая глава называется «Знакомство с Бобом». Ну что, погнали! Эй, Боб! Просыпайся, Боб! 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 Вставай! Минуточку еще! Боб, хорош дрыхнуть! Мы с ребятами уже тут, а ты все еще дрыхнешь! Боб, хорош спать! Ну ладно, ладно, встаю! Боб, ты до сих пор спишь. Ну ладно, все, все, встал, встал я. Сейчас оденусь по-быстренькому. Надо бы завтрак поставить на балкончик, пусть прогреется. Эй, птичка, хватит есть мой завтрак. Боб, хватит жадничать, пускай птичка немножко поест. Ну ладно, но только немножко, чтобы мне осталось. Хорошо, Боб, птичка, не съешь все, оставь немножко Бобу. Так, Боб, подсказка говорит, что тебе нужно развернуться. Это я запросто. А что это впереди, сок? Ага, Боб. О, персиковый, мой любимый, вкуснятина. Приятного аппетита, Боб. Спасибо. Боб, а чего это ты остановился? Ну как чего, новости по телеку посмотреть. Боб, какие новости? Давай проходи вперед, продолжаем приключение. Да иду я. Птичка, не забудь мне еды оставить. Ох, ребята, наконец-то прошли первый уровень. Ну и вредный же Боб нам попался. Так, ребята, мы с вами попали в какой-то тренажерный зал. Подсказка нам говорит нажать на кнопочку. Нажимаем ее, и появляется платформа. И теперь, Боб, ты можешь проходить к выходу. Боб, ты чего остановился? Да вот, фотографии свои залюбовался. Ого, Боб, неужели это ты? Ну, конечно же, я. Ну, правда, немного фотошопа, ну, а так я. А-а-а, ну все понятно, Боб. Кстати, а кто это внизу, Боб? Это мои друзья. Улитка Шострик и Муравей Качок. Ох, какие у них интересные имена, Боб. Их правда так зовут? Ну, конечно же, правда. Ну, точнее, как? Все их так называют, и я их так называю. Все понятно, Боб. Ладно, давай проходить к следующему уровню. Хорошо, давай посмотрим, что там в следующей комнате. Боб проползает дальше, ребята, и мы переходим к следующему уровню. Здесь нам подсказка говорит нажать на рычаг. Нажимаем на этот рычаг, и он переключает стены. Так, Боб, похоже, что можно чуть-чуть проползти вперед. Ну, это ж мои любимые труселя. Красные в горошек, фиолетовые и синие в сердечко. Самые любимые. Все понятно, Боб. Ладно, оставляй тазик со своими труселями и спускаемся вниз. Так, Боб, разворачивайся. А теперь, ребята, давайте мы с вами снова переключим рычаг. Вот так вот, и теперь ты можешь проходить вперед. Заодно и пропылесось мусор по пути. Это я запросто. Рын-рын-рын, мусор, залетай в пылесос, вот так вот. Эй, Боб, ты чего остановился? Смотрите, ребята, я прям как пылесос. Правда ведь похоже? Ну, может, немножко и похож. Ладно, Боб, пошли дальше. Ух тышка, смотрите, ребята, с этого уровня появились звездочки. И теперь на каждом уровне мы будем искать по 3 звездочки. Здорово, это должно быть интересно. Ага, Боб, это будет весело. Давайте, ребята, возьмем первую звездочку. И открывается проход дальше. Так, Боб, проходи и выбрасывай мусор. Вот так вот. Здорово, Боб. Так, теперь спускаемся вниз. И, друзья, появляется надпись «Попробуйте найти 2 оставшиеся звезды». Ребятки, давайте-ка их найдем. Вот она внизу первая звездочка. А вот она, смотрите, ребята, за улиткой спряталась вторая. Здорово. Все 3 звездочки собраны, ребята, проход открыт. И теперь, Боб, ты можешь разворачиваться и проходить к выходу. Давайте скинем вниз и вторую улитку. А зачем, Боб? Ну, просто так, весело должно быть.
Ну ладно, давай скинем, Боб. Вот так вот здорово. Теперь можно проходить дальше. Уровень пройден, ребята, и на нем мы нашли все 3 звездочки. Здорово. А на этом, ребята, первая глава, которая называется «Знакомство с Бобом», заканчивается. Нам открылось новое приключение, которое называется «Лесная история», но его мы начнем в следующий раз. А что это за значок подарка в правом верхнем углу? И правда, Боб, давай-ка посмотрим. Опа, ребята, а это какая-то рулетка с подарками. Давайте-ка ее запустим. Нажимаем на старт. Интересно, что же нам выпадет? Сейчас узнаем, Боб. Что это такое? Ух ты, смотри, Боб, это же новый костюм. Костюм из коробок? Но я же улитка, а не кот. Ну да, Боб, что верно, то верно. Но смотри, как он интересно выглядит. Может, все-таки примеришь? Ну ладно, ладно, давай попробуем. Итак, ребята, переодеваем Боба. Ну как тебе, Боб? Прикольно, мне нравится. Мяу, мяу. Ох, ребятки, похоже, что Боб начал представлять себя котом. Мяу, а чё, забавно. Ну что, Боб, оставляем этот костюм? Ага, я в нем немножко похожу. Хорошо, Боб, тогда пока что оставляем этот костюм и лесную историю начнем в нем. Договорились. А на этом, ребята, наше первое приключение с несносным улиткой Бобом заканчивается. До встречи в следующем приключении. До встречи на канале Игрули ТВ, ребята. Подписывайтесь на канал. А я пока схожу посмотрю, не съела ли та птичка весь мой завтрак. Пока-пока, ребята. Пока-пока, Боб. До свидания, ребята. До встречи на канале Игрули ТВ.